Привет, Жень. Раз, два, слышно меня? А ты что с TeamSpeak сделал? Да я систему сносил, идентификатор что-то, блядь, не сохранился. Вернее, сохранился, да не тот. Я понял тебя. Я смотрел, в гонке поучаствовал, да? Ага. Что-нибудь получилось? Ну, я два из трех разбился. Третий раз заезд мы вдвоем пришли, я вторым пришел, получается. Но я, видишь, я вообще не тренировался, не рассчитывал, не планировал вообще ничего. То есть я думал, мне не понравится. Ну, блядь, меня зацепило. В следующих я тоже буду участвовать. А на каких самолетах гонки были? На лагах в этот раз летали. Ясненько. Лаг 3. Если ты два раза из трех разбился, то что получается? Не Там, зачет? да, три заезда, 0 очков. Там в первой гонке пришли три человека, во второй двое вот мы пришли, остальные все поразбивались. В третий, по-моему, пятеро, что ли. Я в третий тоже там сорвался, на петле разбился. Это сейчас дуэлись. С кем дуэлишься? А, Дольче, Дойче, вот так. Джуйс, Джуйс, Джойс, Джуйс. Маленький. Это, видимо, импорт. Не, он, кстати, часто летает, по-русски пишет. Ага. Он чисто часто. Хорошо летает. Я плохо на Яке летаю. Не, Яка, я вообще его не понимаю. То есть это он как вертолет, блять, у других, у меня он как бревно, как котяха. Я не могу его освоить, я не могу понять фишку, да? Если там на лавке я могу сыграть где-то на именно на пилотаже, удержать ее там, где, ну, противник не может ее удержать, то здесь на этом он у меня вообще как у меня вообще не слушается. Мне больше нравится на энергию играть в первую ходу. А на этом хрен убежишь, потому что закрылки выпустили, и все, и уже тебя догнали. Ну и этот Шуз, этот он тоже хорошо летает, насколько я помню. Тоже достаточно сильно.
рассказывай, чего там. Блять, как тебе? Нечего особо рассказывать. Я в первом, в третьем заезде разбился с очков. Во втором пришел вторым из двух дошедших до финиша. Ага. Ну, выиграл гонку Круз, все три заезда, соответственно. Так что, ну мне понравилось. Я не ожидал, на самом деле. Я поддержать ребят чисто ходил. Ну а ТМ было даже. Я не просто организатор. Вот. Ну мне понравилось, я в принципе в следующий раз пойду еще. Да вот у меня, блин, не получилось, тоже хотел. Ну да, они тоже спрашивают, блин, из твоих это должен быть. Ну да, написался, что может не успеть, наверное, не успел. А так на сколько человек? 12-й. Ну надо тренироваться, да. Надо, потому что это. Я говорю, в первом заезде трое пришли до финиша. Двое, в третьем уже там пятеро что бьются много. Ну да, да, но трассу гонять, конечно, привыкли. Да, тем более я в первом заезде, я, блядь, в дерево херачился, вообще никто не видел его. То есть тупо лечу, топ, метки загнулся. А во втором, да, меня сорвало. Хотел, ну, уголок срезать, получается. Понятно. Ну, короче, было приятно. Да, нет, мне для меня было неожиданно приятно. То есть я не ожидал, что будет так весело и так прикольно. Точно. Оно стоит того. Да. Заморочиться. Ну, в следующий раз, если будет возможность, попробую тоже. Так. Да, в следующий раз уже там. Ну я не вот не знаю, единственное, может в ноябре, про ноябрь что-то было разговор. Но какие-то заезды все равно. Вот они хотят там чуть ли не серию потом организовать. Ну, как Формула 1, да, там, как говорят, потом из серии определить. Понятно. Ну и считай, что там. Вы летаешь сейчас? Я дуэли, да. Дошел после отпуска, надо восстанавливаться. Кем дуэлишься? А, Джуз пивот, так читается. Это Джуджи ПД. Вот, на як, бляха, не могу его освоить, этого яка, это просто страдание. Не знаю, на эхе вроде нормально. Вот в том-то и дело. Всех нормально, понимаешь? У меня он как котяк по речке. Куда хочу, туда. Вот никуда мне надо. На лаге я могу как-то это. Вот здесь вот вообще не могу. Не знаю, почему. Так. Мне проще даже на лаге. Говорит, то, что там противнику тяжелее. Знаешь, как бывает, да? То есть противник самолет менее подходит, чем мне, да? Ну, как это объяснить правильно? Вот у меня як нелюбимый, у тебя любимый. Ты, конечно, не будешь лучше летать, правильно? Вот. А, может быть, поэтому у меня лучше получается сбивать больше. Прям на яке я вообще... Мне и по энергии видят, перекручивают. Все со мной, что хотят, мы творят. Стреляю, если хер пойми как. Короче, тренирую явность. Что на тех уровень стал получаться. Да я веду лапу парк на немцы. Да, сейчас слышно? Да, вот сейчас хорошо. Да лак на нем, блин, два оборота сделаешь. Две петли. Вот, блин, может быть, поэтому, стоит. Да, вот может и поэтому я и говорю, что я, то есть, у меня лучше получать, чем у противника без этой энергии, да, полетать, чем у него. И за счет этого я чисто побеждаю. А здесь, получается, противник вот висит, он как вертолет. У него скорость 120, у него нос вверх. Я вывешиваю, пытаюсь что-то там вывесить противника, а у него нос все равно вверх, вот, в попец просто накидывает, не знаю, что.
А там как бы ты должен держать самолет, более пилотаж решает. Понятно, ну, тренироваться. Ну да, потихоньку я сейчас тоже привыкаю, но тяжело, блин, сильно. Рука горит. Понятно, ладно, удачи тебе, тренировки. Давайте. Привет, Майкл.